В Российском университете «Дружбы народов» уже четвертый год подряд проводится Олимпиада по стоматологии. Олимпиада, которая проходит сегодня, для нас важна и значима, потому что считаю, что олимпийское движение дает дополнительную возможность нашим студентам проявить себя в профессии. Помимо тех занятий, которые они проходят на кафедре, теоретические и практические, помимо посещения занятий на студенческом научном кружке, Олимпиада – их самая главная подготовка к ней дает студентам еще раз переосмыслить те знания, тот багаж, который он получает на практических, на теоретических занятиях. Мы очень рады, что они приехали участвовать в наших конкурсах, которые будут проводиться в течение одного дня. В конкурсах будет участвовать 3 человека. Каждый студент будет проходить по 2 конкурса, и по результатам они будут награждаться памятными подарками, призами, медалями. Цель Олимпиады – дать возможность студентам показать свои знания и компетенции, а также сравнить и оценить уровень других вузов. Олимпиада растет и количественно, и качественно. В этом году мы проводим 6 конкурсов по металловедению и пропедевтике стоматологических заболеваний и даже дополнительный 7-й конкурс по кулинарным наукам. Студентам-медикам, как всегда, я желаю успехов не только в соревновании, но и в учебе. Соревнования, олимпиады важны, но главное, чтобы они служили также и возможности взаимодействия, дружбы, взаимодействия и сотрудничеству нашего вуза с другими российскими вузами. И, как в любом мероприятии, желаю развития и приобретения от всероссийского межвузовского статуса международного. В этом году в Олимпиаде приняли участие 8 российских вузов. Наша команда принимает уже участие в этой Олимпиаде не первый раз. В прошлый раз отмечали, что был очень теплый прием, очень хорошая организация. В этот раз мы привезли команду из 3 участников. Среди них есть победители Олимпиад. В этом году мы впервые вот на такой расширенной факультетской, ну, скажем, даже не кафедральной, а факультетской, наверное, Олимпиаде нас пригласили, и мы приехали сюда в РУДН. У нас команда солидная, все разделы нашей, так сказать, пропедевтики, стоматологии представлены, и мы хотим удачно выступить. Наши студенты посещают данные Олимпиады каждый год, приезжают сюда команды, и нам очень нравится в Российском университете «Дружбы народов». Очень теплая и уютная атмосфера. Ребята получают большой опыт при общении с своими сверстниками и с такими же студентами, как они, разных курсов. Подобные мероприятия играют важную роль в становлении высококвалифицированного специалиста в области медицины. Анастасия Колесниченко, Илья Касьянов. Новости ТВ РУДН.